нам необходимо вместе с ним вести к нам подразделение по адресу города Владимир, Кузнецка, 36, Кузнецка, 5, 7 апреля, получается. А кто рассматривает будет? Я буду смотреть, я же сказал, что это полка. А, и еще у меня заявление об отводе. Ну это понятно. Ну это как? Ходатайство. Нет, а заявление об отводе, не ходатайство. Ну хорошо. Хорошо, я рассмотрю. Ну, прежде чем заявить отвод, у меня еще одно ходатайство. Понятно. Вот я по факту сейчас буду данные. Да. Ходатайство, второе, последнее заявили к крайне. Мне извещение дает на ознакомление. Да вы сначала прочитайте его ходатайство, потом уже. Нет, ну подождите, по порядку же мы сначала ходатайство рассмотрели, а потом уже все остальное. А ходатайство было не о назначении даты и времени, а о допуске в качестве защитника. Ну, вот, да, я вот допускаю, вот необходимо вам вот, допустили тебя, явиться необходимо защитника. У меня ну, еще одно ходатайство. Вы будете ознакомливаться с извещением? Да. Ладно. Станислав Евгеньевич. Слышь? Станислав Евгеньевич, вы ознакомливаться будете с извещением? С извещением, говорит, ознакомливаться. Пожалуйста, ознакомливайте. Разбор 7.07. Дали мне протокол тут. Это извещение, не протокол. Не, протокола не дали мне. Копию протокола прям вручил. А протокол принесите оригинал. Сейчас принесу. Я принесу. Ну вынесите это... оригинал протокола. Он у меня здесь, вот планшет, прям сейчас вот. Сейчас посмотрим. Давайте, сейчас он достанет. Ознакомиться с протоколом. Так вы же ознакомились, уже копия даже есть. Посмотрите, у вас даже копии есть, не копии будет. Что ты говоришь? Так. Дайте планшет еще, пожалуйста. Вы что-то хотите записать там? Да, в объяснение. Ну давайте там бланк объяснения вы напишите. Я приложу к материалам и все. Дайте мне планшет. Планшет дайте. Ну, у меня тут материалы. Давайте. Ну, вытащите планшет мне, дайте. Дайте протокол. Я вам сейчас верну его. Вам бланк объяснения может принести? Нет, мне дайте протокол. Вы ознакомиться. Да вы уже ознакомились. Я хочу ознакомиться с оригиналом. У меня есть такое право. Вы отказываете мне? В телефоне есть копия. Вы ознакомились. Говорю, вы мне отказываете, что ли? Да нет, вот, пожалуйста. Ну, дайте мне ознакомиться. Ознакомьтесь. Будто я, блин, заберу. Ну, если что хотели, вы уже внесли. Вот я и хочу сейчас в объяснение добавить. Что... А? Больше купить. Ну и что? Что купить? Ну, знакомьтесь, мы сейчас там. Сейчас я знакомлюсь. Ничего не пришли сейчас. Почему это? Потому что копию у вас, на руках, копию у вас не будет написано. Я сейчас копию положу и допишу. Что вы запишете? Копию. Что вы запишете? Свою копию сейчас положу и допишу. Что вы запишете? Ну какая разница, мне надо написать это дополнительное объяснение. Так, дополняем, что... Что, Влад, дополняем? Я прав, что-то. А зачем вы на протоколе черкаете? Почему? Я объясню, сейчас буду давать. Дайте, пожалуйста. Дайте, да дайте на мне... Пожалуйста. Зачем вы на 29-й черточку поставили? Я ничего не ставил. Вот тут взял черную... Слышишь, Влад? Зачем вы черточку ставите? Я не ставил никакую черточку. А дайте мне объяснение дополнить. Протокол. Станислав Евгеньевич, вы тут исправляете уже, понимаете? Дайте мне в протокол дать объяснение дополнительное. Вы берете тут, черкаете. Я ничего не черкал там. Что, вот видеофиксация ведет. И что, что у вас видеофиксация идет? Дайте мне протокол ознакомиться. Вот даже сейчас тут черточка.
Я говорю, дайте мне протокол, ознакомьтесь. Вы ознакомились, вот держите ваши копии. Вы хотите переписать его или что? Это вы хотите переписать, держите ваши копии. Дайте мне ознакомиться с протоколом. Вы уже ознакомились, не буду хотеть. Он отказывает мне, что это... Подписи, что угодно можете исправлять. Станислав Евгеньевич. Станислав Чего Евгеньевич. Ты говоришь? Меня слышите? Станислав Евгеньевич. Отношение вы мне ознакомьте, дайте протокол оригинал. Отношение материала по статье 19.3, где я вам уже ранее разъяснял. Ранее вам были разъяснены права и обязанности. У меня еще ходатайство. Ходатайство какого рода? По 19.3? Нет, по 25, часть 3.1, подождите. И вам тоже заявлю ходатайство. Нет, вам тоже заявляется ходатайство в рамках протокола возбуждаемого. Это не в моей компетенции ваша рассматривать эти ходатайства, потому что это судья вынесет решение по данному факту. Вы будете знакомиться с данным протоколом? Алло. Станислав да. Евгеньевич. Вы будете знакомиться с протоколом? Да, подождите. Понял, давай. Да. Вы будете знакомиться с протоколом? Да дайте мне пообщаться с защитником моим. Вы понимаете, что у нас время сейчас фиксируется как отказ от подписи? Вы отказываете знакомиться с своим бездействием. Я не отказываюсь. Ознакомлюсь с материалом. Мы рассматриваем 12.5.6.3.1. А в чем пассивность? В чем пассивность? Пытаетесь внести изменения. Я внесу изменения в протокол, в оригинал. И в свою копию, да. В объяснение. Вы будете знакомиться с материалом по 19.3? Если вы считаете, что я что-то внес, вы можете пересоставить, вынести определение также. Вы будете знакомиться с материалом по 19.3? Давайте сюда материал 19.3. Я вас накамлю. Давайте сюда материал. Если вы не даете мне закончить по материалу 12.5, часть 3.1. Держите, знакомьтесь. Влад. Отказывают они мне в ознакомлении. Потому что здесь... Закройте дверь, мне холодно, еще раз повторяю. А как вы будете знакомиться? Окно открою. Вы опять закройте, будете пытаться внести изменения. Влад. Я сейчас, мне что, по 02 сейчас звонить? Почему по этому 02? Поводу? Ну дайте я закрою дверь сюда. Алло. Нет, они это... Не дают мне заявить ходатайство и по 12.5 сейчас теперь на 1 внести дополнение в протокол. Александр, по 12.5 сейчас 3.1 вам извещение вручаю. Вы будете ознакомиться с извещением? Станислав Евгеньевич. Он мне сует извещение, Влад, это. Будете понимаешь? Извещение ознакомлять, нет? Станислав Евгеньевич, я второй раз вас спрашиваю. Давайте сюда мне извещение. Пожалуйста. Оригинал протокола. Какого где? Какого протокола? Извещение, вот я вам вручаю. Протокол вы уже протокол ознакомились. Вы знакомились. Не дает ознакомиться. Я заявлю когда. Так, он мне выдает этот извещение, Влад, я его получаю. Так, у меня еще ходатайство имеется. Сейчас я вам извещение подожду. Сейчас он мне извещение даст. Я еще не заявил ходатайство, сейчас я буду заявлять ходатайство. А куда он ушел? Да он здесь. Ну пусть подождите, у меня сейчас еще ему ходатайство. Ходатайство у вас уже все. В смысле уже все? Нет, не все. И что извещение вынес? Он удовлетворил ходатайство о допуске защитника, если что. Так-то. Так у меня имеется ходатайство еще в рамках этого дела. Да, да. Подойдите сюда. Не дал мне извещение. Станислав Евгеньевич. Я вам уже сказал, что мы сейчас закончим и продолжим с вами. Буду, я вам еще раз говорю, мы сейчас закончим с тем материалом. Почему я должен с двумя материалами одновременно, поясните, ознакомливаться? С этим материалом уже знакомы. С каким? По тонировке. Так у нас еще и ряд ходатайств имеется у меня в рамках того дела. Вы уже заявили, у меня еще одно ходатайство имеется. Вам
вручили. У меня еще имеется ходатайство, понимаете? Вам придется защитникам, и там уже будет. Я вам сейчас... Вы отказываетесь принимать ходатайство? Почему? Да вы же защитника попросили. А почему у меня еще есть ходатайство? Я понял, что у вас еще есть. Вот, пожалуйста, принимайте, идите, слушайте. Время 21:56. Станислав Евгеньевич, я больше не буду принимать ваше ходатайство сегодня. Вы отказываетесь? Завтра. Он отказывается принимать. Завтра. Извещение слышишь? Вам вручено. Да, отказывается принимать ходатайство. С защитником вы... Знаешь, приобщайте тогда его к делу, мое ходатайство. Станислав Евгеньевич. К делу отказываетесь Станислав приобщать? Станислав Евгеньевич, я же вам объяснил. Я вам вы к делу отказываетесь Смотри, приобщать ходатайство? Вы меня ходатайство. Не понимаете, давайте я вам объясню. Вы заявили о защитнике, правильно? Защитником 7.04 вы приходите на разбор к нам в подразделение. Я получил ваше извещение, о допуске я буду... Я за ходатайство ваше рассмотрел. Там остальные ходатайства будут рассмотрены. Вы ходатайство данное отказываетесь приобщать? Вы понимаете, приобщать? Что у нас рабочий день уже закончится. Я говорю, вы ходатайство данное отказываетесь приобщать? Я не отказываюсь ничего. Возьмите ходатайство. Ну, читайте. В чем проблема? Значит, ходатайство. В соответствии со статьей 25.1 прошу обеспечить возможность для ознакомления с материалами дела, затрагивающими мои права и интересы, по части 3.1 статьи 12.5 КОАП РФ со всеми материалами дела. Пожалуйста, прошу приобщить данное ходатайство. Также у меня заявление об отводе. Да, я имею право на любой стадии заявить производство по делу. Заявляю вам отвод. Также его, пожалуйста, приобщите. Так, по 19.3 сейчас мы будем ознакомиться с протоколом. Давайте. Смотрите, объясню вам сразу, Станислав Евгеньевич, вопросов не было. Послушайте меня. Да. А потом перезвоните ему. Просто послушайте. Говорите, мой защитник тоже на связи. Я чтобы просто вы видели. Давайте, потом говорите. Перезвоните. У нас все идет с видеофиксацией. Я понимаю, у меня тоже идет с видеофиксацией. Просто чтобы вы не отвлекались. Я слушаю вас. Слушайте меня точно? Да, точно. Вот здесь, где место и время составления, как я вам уже рассказывал, если вы помните, правильно? Да. Вот здесь Благовещенск, улица Благовещенск, скобка взята. Определение в описке написано. Также, место и время рассмотрения дела в административном правонарушении. Мировой суд, открытый в скобках написано. Городской суд. Определение в описке, это все отражено. Здесь за права и обязанности галочка ваша, которыми были разъяснены еще в патрульном автомобиле, я вам разъяснял. За что в отношении вас протокол, и за копию данного протокола. Дисциплинарная галочка. Хорошо. Можете дать объяснение? Да. Внесение никаких изменений никаких здесь изменений не нужно. Не будет носиться. Давайте. Если сюда. Это будет зафиксировано, что вы испортите бланк. Ну, фиксируйте. Вы перепишите. Вы не обязаны же. Вы не должны его портить. Так. Разъяснение прав. Права мне не были разъяснены. Но перед тем, как дать протокол ознакомиться, вы мне не разъясняли. Я вам разъяснял Нет, перед тем, как только вы что сейчас. Сейчас я вам не разъяснял права и обязанности, я разъяснил вам перед составлением данного материала. Все правильно, а надо когда? Правильно. Перед ознакомлением с протоколом разъяснял. Перед составлением материала вам разъяснены были права и обязанности ваши. Так, не разъясни, свидетель. Свидетель. Так, у нас свидетель вот есть, Максим. Так, тебя вносим как свидетеля. Пожалуйста, мы делаем соседка. Не надо писать там ничего. Что вы делаете, Станислав Евгеньевич? Ну что, должностное лицо, Станислав Евгеньевич? Вы не уполномочены его составлять. Максим Сергеевич, да? Вы можете в объяснение Макс, дать? Макс, не хочешь, чтобы он написал? А вы не можете написать это? Могу, да, я же написал. Да отдай, пусть человек пишет, потому что он же должностное лицо. 127, квартира, чего у тебя? Свидетеля внес. Все, больше ничего. А что вы написали к протоколу? Чё? Пас или газ? Что это такое? Пас.
Это что такое? Протокол административного задержания. Протокол административного задержания. Извещение. И извещение. Спокойно. Да. Да. А задержишь собираетесь меня сейчас? Еще давайте я вас познакомлю. Смотрите. Вот здесь. Изначально, когда я написал в графе место составления, с исправлением ознакомлю. Определение в выписке тоже здесь написано. Вот оно, дальше. Чего это ты говоришь? И место и время рассмотрения дела об административном правонарушении также ознакомлю. А я не знаю, почему он написал. Он написал, что типа вы не выполнили требования сотрудника полиции прекратить совершать административное правонарушение, управляли транспортным средством, на котором установлены стекла, в том числе паспорт, что-то паспортные произведения, цветные пленки, светопропускность которых не соответствует требованиям технического. Он мне никакого требования не предъявлял. Так он собрался меня задержать, прикинь. Так а у меня собака дома еще, нахуй. Станислав Евгеньевич. А что за извещение вот здесь? Ну, сейчас не принимает людей. Извещение, что это? На СВС сейчас не принимает. А почему есть протокол задержания тогда? Ну, он тоже составлен. Зачем? Извещение на завтра, на 8:30 утра. Ну, а задержание то протокол. А протокол при чем тут задержание? Протокол задержания тоже составляется. Что вы задержаны? В смысле, и что, и куда? Я что-то понять не могу. Сегодня домой, а завтра вы обязаны появиться 8:30. Ты слышишь, что говорит? Вы ознакомились, Станислав Евгеньевич? Влад, мне надо объяснение написать по протоколу по 19.3. Так, с нарушением не согласен. Протоколе, да. Я так и пишу. Сегодня было составлено. Да, я не 19-3. Да. Ходатайство я ваше не могу по 19-3 рассмотреть. Это в компетенции судьи. Я говорю, что не можешь ходатайство рассмотреть по 19-3. Не, а им надо заявить ходатайство о прекращении производства. Я просто не сразу объясню. Так, подожди, подпись лица, в отношении которого возбуждено. Так, Макс свидетелем я внес. И копию протокола. Двигатель шасси. Чтобы в графах были изменения, будете расписываться, нет, я показывал. Исправление, точнее. Я тоже не знаю. Ну, ознакомливайте, где место. Давайте же вам сейчас. Я же вам показывал. Смотрите. А? Вы слышите меня? Да. Посмотрите пока. Иди сюда. Сейчас подойдет свидетель. Алло. Здравствуйте. Да я не помню там в какое время уже. А вы здесь? Да, 12.5, часть 3, прим. 1. Да. Так, время составления протокола.
18:23. Да, 18:23. Войтенко АВ. Войтенко АВ. Нет, это другой сейчас составляет по 19. Не-не-не, это я тебе по 95 часто приманил. Да. Подожди, Влад, он. Войтенко, да. АВ. Ну, будьте знакомиться. Да, говорите. Позже чуть-чуть. Я с защитником говорю. Вы перезвоните ему. Не это могу, я он. Я объясню, вы перезвоните ему. Говорите. Вы отвлекаете, смотри, его у нас отвлекает. Здесь, смотрите, в иных сведениях указано в графе место составления. С исправлением ознакомлен. Вот здесь. Угу. Вы здесь будете расписываться. Но также еще составлено определение об описке. Ну, давайте его. Вы здесь будете расписывать? Да, давайте определение также, описки где. Также, смотрите, место и время дела. Место и время рассмотрения дела в административном правонарушении. Также вот здесь, мировой суд. Давайте. Вы здесь распишитесь и в определении распишитесь в описке. Либо и там, и там, или только там. В определении в описке. А в смысле, при чем здесь? Определение, это вы выносите об описке, а не я должен расписываться о нем. Я понимаю. Копию вы давайте мне и все. Должен знакомиться с ним, правильно? Нет, копию вы давайте, потому что вы же написали о том, что вы вынесли. Я понимаю, но вы... Ну вот, давайте. Здесь будете расписывать определение в описке. То же самое здесь указано. Это вы где? Почему он какой-то оборванный у вас? Вот такое. Какой-то кусок, клочок оборванный дали определение в описке. Вы будете расписываться, нет? Давайте мне протокол ознакомиться до конца. Уже знакомились? Нет? В смысле? Давайте тогда его. Копию. Вы отдали мне его обратно, вы распишитесь за нее. Будете расписываться? Давайте копию тогда. Вы будете расписываться? Да, копию давайте мне. Ну, распишитесь, я вам дам. Вручайте копию. Так вы роспись поставьте. Я поставлю в оригинале и в своем потом. Копию мне вручайте. Вы расписываетесь здесь. Вам в оригинале нужна подпись. Ну, не, там и там нужна подпись. Ну вот вы давайте мне копию. Вы мне копию выдавайте. Вы будете за нее расписываться? Я буду расписывать, копию выдайте. Я расписываю здесь за то, что копию получил. Вот выдайте мне копию получения. Выдавайте мне копию, я распишусь. Вы по-другому расписываетесь здесь и здесь. Нет, вы мне сначала выдайте. Там, конечно, копия. Чего вы говорите, ведется видеозапись, как у вас, как и у нас. Копию давайте мне. Расписывайтесь. Да. Да. Войтенко АВ. Копию будете давать? Ну, копию ставьте, я вам копию выдаю. Ну, давайте копию. Вы будете расписываться? Да. Расписывайте. Копию выдайте. Я вам ее выдаю после того, как вы ставите свою. Я вам говорю еще раз, копию выдайте мне протокола. Я вам выдаю после того, как вы ставите свою подпись. Вы слышите меня? Вы слышите, за что я здесь копию расписываюсь? Получил. Вы расписываетесь, я вам выдаю копию. Влад. Он мне отказывается выдавать копию протокола, пока я не распишусь. Представляешь? Я он тебе говорит, расписывайся за копию, после этого я тебе выдам. Да, ведется запись. Я не отказываю. Выдавайте тогда копию. Выдайте копию, я вам. Выдавайте тогда. Вы и вот и когда вы мне выдаете, я поставлю подпись. У себя и в оригинале? Да. Совершенно верно, да? Да. Выдавайте копию. Смотрите, вот копия. Вот давайте копию. Копию выдайте мне. Я поставлю сейчас. Вот она копия. Ну давайте мне. Вот она. Все. Вот оригинал. Сейчас я поставлю. Да. Так. Давайте оригинал поставлю, подпись. А там? Но это копия моя. Совпадало, давайте сегодня ищу. Это же копия ваша. Давайте. Давайте. Да я сам сделаю. Поставлю, давайте. В копии. Ну давайте копию, оригинал. Вот она копия у вас. Ну да, все. Подпись. Мне в оригинале надо поставить, что я получил. Ну конечно. И ну давайте. Тоже. И в копии тоже вам надо поставить. Да, Влад, он говорит о том, что он уже в копию то, что получил, давайте оригинал. Держите, пожалуйста. Давайте дальше. Планшет можно.
он мне объяснил. Определение об описке будете восписываться? Дает определение об описке, ладно. Давайте. Также смотрите. Сейчас угу. Нет, нет. Ну, по 19.3 другой составляет. Но мы сейчас ходатайство заявим с тобой еще. Смотрите. Вот оригинал. Вот копия. Угу. Все подключит. Вот здесь. Вот здесь. Поставь. Давайте. Так. Там указано, в каких графах были предъявлены в часу и на составляющие. Давай просто листики переверните. Это копия. Вы распишите ее здесь. И себе ее оставьте. Давайте дальше начнем. Держите. Да, 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 я расписался за определенным копием. А как фамилия, имя, отчество? Мишаков Владислав Игоревич. Мишаков Владислав Игоревич. Угу. Да. Поводу системы задержания. Владислав Игоревич. Угу. Будете расписываться? Давайте посмотрю, что там протокол за протокол. Протокол системного задержания. Так а в связи с чем-то протокол у нас? То, что вы задержаны. Ну, так в связи с чем? А здесь ничего нету, Влад, не указано. В связи с чем? Ну, вот я и говорю, поэтому извещение. Давайте я укажу, кем куда будет доставлено. Можно? В смысле доставлю? Протокол внесено на задержание, можно мне? Они меня собираются доставить куда-то. Не, ну, я не знаю, если здесь чем. Там за извещение, мы же не можем сейчас его доставить, правильно? Извещение на 8.30. Извещение на 8.30 сейчас выпишут мне. Нет. Я не знаю, в чем выражался состав. Говори, так, они тебя слушают. Да, Владислав Игоревич. А, Владислав, вы меня слушаете? Да, да, да. А, Владислав Игоревич, скажите, пожалуйста, на основании чего составляется протокол задержания и вообще на основании чего протокол составляется по 15.3? Это защитник мой. Владислав Игоревич, мой защитник. Я... Он не хочет с тобой общаться. Почему? Он мне пишет, доставлен в городской суд, представляешь? А в связи с чем? Но я не знаю. Говори. Владислав Игоревич, какое законное требование ваше Станислав Евгеньевич не выполнил? Какое законное требование я не выполнил? Я не знаю, понимаете, даже... Я вас говорю. Спрашиваю, какое законное требование я не выполнил ваше? Там в протоколе указано, что я не устранил тонировку. Ну, во-первых, он не признан, виновным по данному совершению правонарушения, это первое. Второе, это самостоятельный состав административного правонарушения, который не может порождать новые обстоятельства, при которых... Да он тебя не слушает. Сейчас я посоветую защитника. Подождите, я... Я с защитником пообщаюсь. Я имею право пообщаться с ним индивидуально. Я тогда материал давайте вы, чтобы вы вали ничего, вы ничего. Да. Так, объяснение дополнительно, ну, к протоколу, который. Я понял. Об административном задержании. Обязательно. Давайте. Можно прочитать? А. Можно, да? Ну, это же ваше объяснение. Я же должен изучить.
Зачитаю давайте. Да я нормально пусть. А? Протокол для административного задержания будет ознакомиться, расписываться. Чёрка здесь тоже ничего не нужно. И галочка. Вы не слышите, либо вы будете, либо вы отказываетесь. Я зафиксирую. Нет. Всё. Так. Объяснение. Мы же на отдельном листе приложили. А здесь копия, да, она? Да, там тоже напишите на отдельном, на отдельном листе. Потому что там копирки нет. Вы слышите меня? Да, я сейчас напишу. Расписываться будете? Ну, у меня есть, то есть, так. Сейчас я знакомлюсь с ним. Ну, понятное дело. Так. Вы опись составите материалов дела? Все их составлены. Давайте копию протокола. Нет, вы опись составите или нет? Там же я укажу, там же я указал, что у нас прилагается, там объяснение надо. Понятно, указать. Но пронумеровать и опись составить по данному делу. Пронумеровать нет, но в протоколе я единственное могу указать. Мы же указали протокол административного задержания, правильно? Да. Извещение, правильно? Да. И объяснение. Вы дали объяснение, Надя. Вы указали, что там объяснение на отдельном листе прилагается, потому что он указывает, и это все скрепляет. Слышишь, Влад? Нет, не пронумеровал. У нас видеозапись ведется, как у вас, так и у нас. Но он... Так у нас видеозапись ведется. По материалам дела. Я же сказал, что объяснение ваше приложено. Только вы мне его обратно, конечно, да, если отдадите. Конечно, да. Но он пронумеровывать не хочет. Пронумеровывать, вот да, пронумеровывать я не буду. Потому что там все у нас указано. Не будете пронумеровывать? Ну нет, конечно, там он указано. Не будет пронумеровывать, не говорит под запись. Протокол начинал задержание, извещение, объяснение ваше на отдельном листе. Ну вот так вот. Просто на основании чего я должен пронумеровывать? Все прикладывается, видеозапись ведется. В принципе, да. Я думаю, этого достаточно. Для вас, так и для нас. Но он отказ пронумеровать, Влад, что я ей должен сделать? Он отказывается выполнять требования пронумеровать. Да. Станислав Евгеньевич. Так, я за копию, короче, получаю. Вот там, где галочка стоит, там же копию получил. Да, и сейчас я напишу, кстати. Требую. Так, и здесь напишу, что я требовал пронумеровать. Так. Пока извещение подержите, вот это. Это извещение же? Конечно. Все. Так, это протокол административного задержания. Расписались, да, на копию? Да, вот ваши. Так, по извещению, да, я вам поставил только снизу. Еще не все здесь, надо. Здесь еще, смотрите, роспись ваша. Ну, в извещении вы не берете. Нет, подпись задержанного лица, запись его об отказе от подписания протокола. Вы будете здесь расписываться? То что в отношении вас так протокол? Здесь видите? Так я ж не отказался, я ж получил. Я понимаю, это за копию. Я говорю, вот еще одна графа. Подпись задержанного лица. Запись его. Отказываюсь, и в копии тоже. Так я не отказываюсь запись. Я понимаю, но вот значит вот здесь распишитесь, я галочку не поставил. Ага. Копию вашу тоже поставьте под. А где копия? Ну у вас же вы же забрали. Так, держите это. Давайте зачину. Еще ряд ходатайств сейчас будет. Рамка 19.3. Я не могу рассмотреть. Слышал, говорит, не может рассмотреть меня. В рамках 19.3. Ряд ходатайств мой. Судейский материал. Говорит, судейский материал. Не знаю. Ну я самое главное заявлю сейчас ходатайство в письменном виде. Ручно лично. Здесь ваша подпись. Так а зачем мне извещение вы даете?
Пусть завтра явились. Куда? К 8:30. Для рассмотрения вот этого дела. Да прикинь, они вынесли протокол административного задержания, сейчас и извещение выдают, чтобы я явился 30 числа. Я не могу сейчас вас привести. На 8:30. До суда. Ну, на завтра. Конечно. Там в суде вы заявите своих ходатайств. Так а как я должен явиться, если я нахожусь на самоизоляции? Вы обязаны завтра явиться. Каким образом у нас введен режим? Для рассмотрения дела. У нас введен режим каким образом? Ну так суд меня известит, отдайте время. Ваше дело, направьте материалы дела я в суд. Вас, вы должны завтра. Так а вы не уполномочены, выносите извещение в рамках 19.3. Как это? Вот так вот. Я не могу вас сейчас поместить на ИВС до суда. Так поэтому... а и нету оснований для задержания меня. Поэтому я выношу вам извещение. До какого суда? Вы меня даже задерживать до суда не имеете права. Вот в том-то и дело. Слышал извещение? Вы расписываться в нем будете? Если нет, я фиксирую просто отказ от подписи. Но это не надлежащее извещение, я не буду его получать. Не будете его получать? Нет. Зафиксирую отказ от подписи, да? Фиксируйте отказ от подписи. Вы же уведомлены. Да. Что 8:30 на завтра. Так, число поставлю. Я вам дам ее много. Мне не надо ее давать, это извещение. Я же отказался от подписи, вы указали. Ну и то. Мне не надо этот документ. Вы обязаны вас уведомить. Конечно, вы же вас уведомили. Нет. Возьмите, пожалуйста. Вы меня не уведомили. Как не уведомил? Вы сейчас прочитали, ознакомились, все с ней. Я не ознакомлю вас с извещением. Я вас не уведомил. Все же на видеозаписи. Вы не являетесь полномочным лицом. Мне можете не давать. Извещение. Нет, не надо, возьмите. Я брать не собираюсь. Это ваше извещение. Вы нет. Нет. Вы мне не выдавали извещение. Ну вот, видите, что вы делаете. А потому что вы не уполномоченное лицо. Чего вы не уполномоченное? Я не ознакомился. Только что читали вас. Не платили. Подойдите, у меня еще ряд ходатайств. Куда вы собрались? Я не могу ходатайство найти, принять и рассмотреть, потому что это судейский. Вы обязаны принять. В суде. Я не могу. Вы отказываетесь принимать? Да, я не могу. Он отказывался принимать мои ходатайства. Я вам обещание. Вы отказываетесь принимать ходатайство? Потому что это судейский материал, я не могу их принять ходатайство. Вы к материалу дела отказываетесь приобщать ходатайства мои? Нет, я сейчас имею право заявить и приложить их к материалу дела. Я их не могу, понимаете? Вы отказываетесь принимать мои ходатайства? Я их могу принять, но рассматривать. Сейчас и принимайте их, давайте документы. Я их не могу принять, рассмотреть. К материалу делу вы их приобщите, отказываетесь? В суде их заявить. Я сейчас хочу заявить. В суде их заявить. Еще раз говорю, вы отказываетесь ходатайства мои приобщать? Документы ваши возьмите. Вы отказываетесь приобщать? Станислав, нет. Возьмите ваши. Вы отказываетесь приобщать? Брать, я говорю еще раз, вы отказываетесь приобщать мои документы? В суде их заявите. Ходатайство отказываетесь приобщать материалом дела? Я вам задаю вопрос. Вы отказываетесь или нет? Приобщать отказываетесь или нет? Я задаю вопрос вам. Я вам отвечаю, в суде заявите. Я вам задаю вопрос, не в суде заявите, а отказываетесь приобщать ходатайство. Приобщать отказываетесь к материалу дела или нет? Влад. Возьмите. Слышишь, что? Станислав Игоревич. Евгений. Станислав Евгеньевич, возьмите документы ваши. Вы записываете сейчас на камеру то, что у нас происходит? Он пишет на камеру все, что у нас происходит сейчас. Возьмите документы ваши. Документы возьмите, Станислав Евгеньевич. А они написали, что дозор там? Конечно, все произойдет сюда, все, всего доброго. Вы отказываете ходатайство? Я говорю, до свидания. До свидания. Да-да. Это согласовано и с прокуратурой, и с судами.